Привет, народ, с вами Фенаргот. Что же, Valve у нас супер щедрый. Сначала анонсировали обнову в Team Fortress 2, потом выкатили сундук в CSGO. Но в Dota, конечно же, нихера не вышло. Обещанный патч так и не выходит. Да, уже, по-моему, не начало 2023 года. Но в любом случае, скорее всего, выйдет как минимум после окончания мейджора. Так что ждем где-нибудь к середине марта. Но я все равно решил открыть пока сундуки, точнее кейсы в CSGO. Да, они дорогущие пока пипец. В среднем 700 рублей один кейс стоит. Но я вот 30 штук открою. В телеграм-канале, скорее всего, буду разыгрывать скины, которые мне не нужны. Ну и напомню вам то, что у нас есть сайт для пополнения Steam, и мы сделали очень выгодную покупку 10 ключей для Revolution кейса. 2099 рублей, 110 ключей. И также тут можно 3000 рублей дешевле купить. И самое крутое — это Hogwarts Legacy. 2300 и 2750 рублей. Это делюкс издание. И у нас, конечно же, тут есть гайд о том, как вообще дешево купить себе Hogwarts Legacy, даже если он у вас недоступен в магазине. Ссылка есть в описании. Ну, поехали. Не будем затягивать. Будем открывать потихоньку кейсы. Тут у нас что есть? Максим. Кар. Ну, в общем, самого ценного — это, конечно же, анимешная М-ка. Такой вот калаш интересный. Ну, аниме-стиль тут, по-моему, только... А, нет, не только у М-ки. Еще и... Мак 10 есть. Интересно, кстати, сколько эта М-ка стоит сейчас, но... Зе. Авик. Ну, Авик, кстати, тоже прикольный, я согласен. Но это не совсем аниме-стиль. Он такой... Он азиатской тематики, ну, такой пограничный. Ну и, конечно, перчатки. Ну, блин, какие перчатки? Я никогда ничего суперредкого в КС не выбивал. Будем сейчас жрать кал. Вот. Первая же, самая редкая пошла. Поношенный еще, ну конечно же. Да. Ну. Понятно. Давайте так 9. Сейчас будем все подряд. Весь ширп будет уходить мне. Какой-то рандомный чел будет покупать себе один ключ и открывать... Ну, конечно, нет, ну до калаша-то мы не докрутим. Нет. Вот, так вот, я говорю, какой-то рандомный чел просто купит один ключ, откроет сундук, ему выпадут перчатки. А все остальное, то, что должно выпадать по дисперсии, будет падать мне. Ну, револьвер нахер ненужный. Супер дерьмового качества, по-моему, да? Так, конечно. Три разных синий. Успех, я согласен. Не, в доте мне падали. Не, эмблемы мне в доте не падали. АВП было близко. Но нет, еще один Максим. Спасибо. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, когда-нибудь в КС мне выпадет что-нибудь крутое. Да. Да-да-да. Ну... Где-то 1% от инвестиций, наверное, я отбил. Отобью. Так. Юмп мне выпал. UMP. Блять, закаленный в боях. Ну и сколько вот он... Мне вот интересно, вот сколько он стоит на ТП вот такой. Уже 873. Понятно. Хоть не синька. Да не, это я согласен, что хоть не синька. Так, блок выпал. А можно прям с завода, пожалуйста? Ну какой, сколько можно? И там просто ряд. А целый ряд из этих обоссанных ТЭК-9. Сразу выставляй. Это-то понятно. Это просто кринж. Колдую тебе на перче. Спасибо, что колдуешь мне на перче. Но это невозможно. Вот еще один Максим, блядь.
Поношенные, немного поношенные, закаленные в боях, ну конечно же. О, боже мой. Просто все одинаковое подряд скроллится. Ай, шок. Габен, дай, дай, дай. Дай ВП, кстати. Ну вот реально, мне не нужны перчи. Мне вот... Мадонна. Я просто... В восторге. О, ну вот этого мне точно не хватало. О, это какое-то издевательство. Да блин, да что? Можно больше скаров? Да давайте весь ряд из скаров, ну чтобы интересно было открывать. Ну, просто редкость у них будет разная, блядь. Состояние точнее. А вот дальше, ну там, пофиг вообще. Да не, ну это какой-то вообще unbelievable. Потом контракт из этих скинов. Я, кстати, контракта вот это я не умею сделать, но очень сложно. Да? Вот это да! Вот это статрековский SG! Вот это да! Интересно, сколько ты стоишь? У нас 100 рублей, бля! Вот это да! Кайф. Да, деп, не-не-не, спасибо. Обойдусь. Да ну да... Да это стёб какой-то натуральный уже. Ну-ка, P90 скипнем. Так, надо еще 10 ключей. Напомню, что ключи покупаю благодаря battlepass.ru. Понял. Голубая полоска на P250, супер редкость. Так, еще одна банана. Свежие деньги. Давай 8 кейс. Давай 8 кейс. Свежее мясо. Ну, SmileFit, я вижу, ты веришь в меня. Я как раз буду сейчас открывать, кстати, мне осталось 8 кейсов. Будет еще один. Так, 9. Да я в курсе, какие шансы в CSGO. Зачем вы мне рассказываете? Просто... Я в сумме уже столько этих кейсов наоткрывал. Да не, ну какой по 90? Пусть будет еще один скор. Осталось 4 кейса. Ну хотя бы М-ка выпала и... После полевых испытаний, сколько она стоит. Ну да, ну да. Сейчас чекайте. Сначала калаш, а потом перчи. Вот сразу. Просто чекайте, сейчас заносик нереальный будет. Еее! Ладно, я в общем понял. Я понял тебя, боссан, это игра. Я тебя понял. Я буду ждать
Я буду кропотливо ждать, когда цены на сундуки упадут. Я буду вас открывать полностью, блин, пока мне не упадет нормальный дроп. Но это просто какой-то кринж. Так а что контракт обмена? Мне тут даже складывать-то особо нечего в эти контракты. То револьверы эти пихать? Типа вот так. М-ку-то понятно, что я не буду пихать. Да понятно, что не так надо, но я же... В общем... Да не, какие... Все, я буду ждать и открывать заново кейсы. Спасибо, блин. Кто хочет, залетайте на стрим и набивайте баллы, участвуйте в розыгрыше телеги. С вами был Фенаргот.